І знову ми пропонуємо повернутися до свята Різдвяний вечірній парад, який відбувся 6 січня у Славутичі. Ми зустрілись з ініціаторами та організаторами цього різдвяного сюрпризу для всіх мешканців нашого міста. TOF Technology Ukraine і TOF Glory Vec представляла Любов Піскунова, і ми попросили розповісти про те, як все готувалося. Всі прекрасні ідеї рождаються за столом. В новогодний вечер мы сидели, каждый из нас там стремился к каким-то пожеланиям, там, удивлениям. Вот, и мы подумали над тем, что как мы можем удивить Славутич. Рождественский праздник впереди. Понимаем, что мало времени. Масштаб, который мы себе запланировали, он действительно масштабный. Вот, ну, тут уже надо было поддержку. Что первым делом? Надо было написать официальное письмо в мэрию, вот, где нас поддержали. Естественно, это встречное письмо запрошение было направлено на все структурные предприятия. И дальше мы уже чувствовали тот фидбэк, вот, как люди настроены, чего люди хотят. И мы были приятно удивлены, что стали отписываться. У нас одна единица, у нас две единицы технической, три. И мы понимаем, что колонна собирается. И даже нам, как инициаторам, нам стало страшно, потому что мы понимаем, что масштаб увеличивается в своем объеме, с прогрессией, несмотря на то, что время уменьшается. Понимаете? Это было удивление. И самым таким пиковым для меня значением было, когда мы подъехали на момент встречи, было обозначено время, без 26 вечером. В парад все были обозначены на одну локацию. Я подъехала, я была просто приятно удивлена, что наши славучане для такого мероприятия собрались за единую секунду, понимаете? То есть это было приятно. И потом уже, когда мы вышли в ход, зрелищное представление посетителей, зрителей, не описать просто, какое впечатление у нас внутри, заряжалась энергия, мы отдавались больше, как принимали, понимаете? Вы это... понимали и отдавали, а вот украшение машин это было чисто индивидуально. Да, мы задачу поставили так, что каждая организация, которая является участником, берет на себя обязательство украшения. Это чисто своя проекция, фантазия, то есть иллюминация в любом случае должна быть, потому что это вечернее время, и, как вы видите, на параде прекрасно с этой задачей справились. Я очень довольна. Яркие красочные машины, плюс образы, которые были, да, в тех же машинах, если вы заметили, да, Санта на том же тракторе ехал. Ну, это впечатление не передать. Безумовно, додатково варто подякувати тим, хто брав участь у створенні цього яскравого, нового, нестандартного та унікального для Славутича свята. Ми, як організатори, да, наша компанія Technology Ukraine, Glory Vec, затем присоединилась к нам компанія DEO, УЖКХ, представители з исполкома, в том числе поддержка була, агентство развития бизнеса нас поддерживали, вас, как медиа, поблагодарю, да, что вы приняли непосредственное участие. Затем компания «Сельпо», вы помните, два байкера были, прекрасные мальчишки, украшение у них замечательное было. Логистические компании присоединились, перевозчик «САД», «Мир городов» по ФОПу, так называемые. Вот. Очень огромная поддержка была со стороны полиции, потому что они уделили нам достаточное внимание, как вы видите, они сопроводили нас практически по всему городу. И мало того, что маршрут был разработан изначально один, а по факту мы сделали другой. Мы практически дублировались на некоторых адресах. Это, я считаю, что это двойной праздник был. Да, это был для них была нагрузка, для других это было как двойной подарок, понимаете, по центральным улицам. И также поблагодарю Ивкина, фотограф наш, который ездил за нами во всей цепочке и отслеживал кадры, чтобы передать вот эту вот новизну, идею. Действительно чувствовалась эта поддержка. Еще раз спасибо вам и организаторам. И логичный вопрос, а будет ли продолжение в следующем году? Ну, как вы заметили, впечатление для всего города. Да, да. Люди стали настолько отзывчивы, стали писать сами лично комментарии, поблагодарили. Плюс комментарии были, я хочу в следующем году присоединиться, что нужно для этого. Я понимаю, что мы зарядили, передали вот эту вот нотку настроения. И нам нужно выходить на этот уровень в следующем году. Он будет больше. Более того, я вам скажу так, если наш следующий период
мы сможем масштабно также провести мероприятие, мы можем потом регионально приглашать с других территорий. Ну, да. Я объясню, как родилась просто эта вся идея. Вот если вы знаете Томаса, да, он сам с Ирландии, у них там эти парады практически каждый год. А с чем это связано? Это больше как благотворительный фонд, но мы не несем такую задачу. Ну, мы несем праздник для детей. Поэтому, если к нам будут присоединяться регионы, поверьте, вокруг нашего города можно тоже объехать и с другими техническими единицами. Это впечатление хорошее. И что меня еще порадовало, что видео, которое вы красиво смонтировали, особенно вид сверху, вот эти все мигалки, красота, видели регионы Украины. Понимаете, это опыт, который мы переводим уже на другие регионы. Вот буквально 3 дня назад мне звонил партнер, он говорит: «Любовь, я вас поздравляю, мероприятие было шикарное». Вот, поэтому, значит, видели. Значит, видели. Вот, ну и плюс еще, кстати, забыла отметить киноконцертный. Они предоставили нам костюмы на образы, а вот в образах участвовал наш коллектив. А, это коллектив ваш, да? Наши компании, мальчишки, девчонки. Все в своих образах, но все свои миссии справились хорошо. Да. І ми ще раз подякуємо TOF Technology Ukraine і TOF Glory Vec за створення найяскравішої події за перші 15 днів 2022 року у Славутичі. І ми з вами вместе до следующего Рождества заблаговременно всех проінформуємо і будемо готуватися. Я думаю, що і ви со своїми мігалочками будете з нами. Так що спасибо вам большое. Все. Всех с Рождеством. Поздравляю всех славучан. Год у нас тигра. Хочу пожелать, это сильное животное, так называемое, да, плюс, чтобы мы, каждый из нас, с легкостью двигался к успеху, к своим стремлениям, к своим пожеланиям, чтобы у всех было крепкое здоровье, вот, в их семьях. И такой момент, чтобы мы легко маневрировали во всех ситуациях, как бы нас, потому что тигр легко маневрирует. И дай Бог, чтобы у всех все было хорошо.